Вот у нашего отеля еще вот такая вот охрана. Вот такая. Чего так дремите? Мамочка с сыночком или с дочкой? Ну, ребята, не спите, замерзните. Красавцы хорошие. Так, через 5 минут ресторан открывается. Ты мне место забил? Место мне забей, а? Забей мне место, понял? Все. Ты мне место не занял. Не занял. Так что не жди, ничего не получишь. Вот, все, обиделся. Еще раз повтори, что ты пьешь, красавица? Джин. Джин. А почему ты пьешь джин? Да, люблю я джин. Понятно. Но джин вообще это мужское имя. Ты мне не изменяешь с джином? Если только Джоном. А, Джо! Какая ты зараза. Так, вы ее научите. У нас скоро золотая свадьба будет. Через несколько месяцев. 50 лет, как мы мучаем друг друга. Говори, говори. Ага, мне пиво не надо. Мне джин, пожалуйста. Мне одну. Так. А мужу моему? Раки. Можно 5-6 штук. Покрупнее, главное. Да, да, я ее. Я живьем их ем. Берите, живые. Беру. Спасибо. Мы к вам в мае приезжаем с 18. Нам очень у вас понравилось. Вот, совсем рядом от моря, вот здесь вот растет маленький, но такой хорошенький кумкуват. Кто не знал, я не виноват. Вот он, кумкуват, вот его плоды. Вот они, красавцы. Их едят с кожицей. Вот их едят с кожицей. Такие вот красивые плоды. Желтых еще нет, а вот почти желтый. Да, он легко снялся. Дайте я его попробую. Вот видите, вот он съедобный, вкусный. Вот на территории вот такие финиковые пальмы, такие финики уже. Они падают, их клюют здесь куры. Но вот этот не склевали, этот вот остался. Сейчас посмотрим, он что-то из себя представляет такое. Ничего, вы его не разжуете. Господа, товарищи, приезжайте сюда. Здесь много недочетов, но настолько замечательно, что эти недочеты остаются где-то позади. Кончится эта пандемия. Я думаю, отель восстановится, опять будет отличная кормежка, все будет на высшем уровне. Ваше здоровье. Это лучший охранник, лучший секьюрити нашего отеля. Это мой племянник. Министр обороны Камал Великолепный. Камал Великолепный. Наш отель всегда встречает, провожает с уважением. Да. У кого проблемы с шерстью или с кожей, приезжайте, обращайтесь. Решит все проблемы. Смехом, с шерстью, с кожей. А это наша красота вот ходит. Да, красота. Хорошего дня. Спасибо. Вот я стою на горке. Вот у нас замечательная горка. И рядом с Учуканом. У нас подземный переход. Вот наши горки. Они два раза в день работают по 2 часа. С 10 до 12. И, по-моему, с 2 до 4. Вот это, в этот период мы отдыхаем. Ничего не могу сказать. Это горочка, очень удобная. Для стариков и инвалидов. Легко взялся руками, сел и поехал. Здесь садиться чуть сложнее, но тоже ехать хорошо. А вот на этой горочке у вас попа будет все время тормозить. Пакетик под попу подложили и полетели. И я вот на этой горке
прокатился. Можно сидя, можно лежа. Вот как-то так. Отлично. Сегодня последний ужин в нашем отеле. Нам он очень понравился, мы привыкли. Мы просто всем сердцем к нему присохли. Очень хороший отель. Приятный здесь, приятный. Будем ждать май месяц. У нас на май сюда путевка.